Обвиняемый молодой человек 2005 года рождения. На время обучения в колледже строителей у молодого человека была отсрочка, но вот после выпуска, согласно повестке, врученной лично в руки, 6 сентября 2023 года юноша должен был явиться в военкомат. Но эту обязанность он проигнорировал, тем самым совершив преступление, предусмотренное частью 1 статьи 435 УК РБ «Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу». Сегодня в выездном судебном заседании судом Брестского района рассмотрено уголовное дело по обвинению лица по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе предварительного следствия, в ходе судебного заседания установлено, что обвиняемый 2005 года рождения в нарушении требований закона о воинской обязанности, о воинской службе и воинской обязанности и указа президента Республики Беларусь, соответствующего об увольнении в запас и призыве на срочную воинскую службу и службу в резерве, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат города Брестка и Брестского района для прохождения мероприятий по призыву граждан на срочную воинскую службу, медицинское свидетельствование. Однако в указанное время по 30.11.2023 года без уважительных причин военкомат не явился, тем самым умышленно воспрепятствовал принятию и реализации окончательного решения призывной комиссии об исполнении гражданином воинской повинности. Молодой человек заявил, что во время призыва был на подработке в Минске и думал, что у него есть всего один день на явку в военкомат. Телефон он не поднимал, мол, не берет трубку с незнакомых номеров. Но незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Учитывая, что подсудимый согласился с обвинением и заявил, что вину осознал, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде общественных работ на срок 360 часов. Признать виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу. То есть совершение преступления, предусмотренное частью 1 статьи 435 Уголовного кодекса, на основании которой назначить ему наказание в виде общественных работ на срок 360 часов. Меру пресечения обвиняемому оставить прежней, подписку о невыезде надлежащим поведением. Арест, наложенный на мобильный телефон обвиняемого, отменить. После исполнения осужденного наказания вновь будет подлежать к выполнению обязанностей мероприятий призыва. К сожалению, случай молодого человека даже в минувшей призывной кампании не единичный. Военным комиссариатом города Бреста и Брестского района в соответствии с указом президента проводится мероприятие призыва в Республике Беларусь. На мероприятие призыва вызываются граждане, которым исполнилось 18 лет, в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны пройти такие мероприятия, как медицинское свидетельство, и в случае определения медицинской комиссии категории годности его к военной службе, и они призываются на срочную военную службу. В эту призывная кампания в этом году проходит с февраля по май. Отправки мы ожидаем в конце апреля этого текущего года. Всего в городе Бресте и Брестском районе уклоняется от мероприятий призыва по прошлому призыву. Это 65 граждан. Напомним, что уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу наказывается штрафом или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на этот же срок. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Монтович, Новости Бреста.